Приветствую вас, друзья, на канале. Что же нам понадобится для сливочного сыра в домашних условиях? Это друшлаг и две банки сметаны. К сожалению, сливочный сыр продается у нас в супермаркете только в Японии, наверное, там, где пекут настоящий японский чизкейк. У нас в России сливочного сыра я не нашла. Итак, мы все выкладываем на друшлаг. И оно у нас будет двое суток стекать. Ну, можете сутки. Двое вообще идеально будет. Ставим все это. Накрываем крышкой и ставим в холодильник. В описании, кстати, есть ссылочка, как я пеку настоящий японский чизкейк. Подписывайтесь на наш канал. У нас много всего на канале интересного. Начиная от айфонов, принтеров, заканчивая матрасами. На каком лучше спать. До встречи на канале!